Города Рыбинск, приехал к нам объектив 35 мм Sam Young. Проблема объектива здесь связана с диафрагмой. Сразу же хочется сказать, что это полностью мануальный объектив. И, в общем-то, нужно сейчас скрыть и устранить неисправность, связанную с диафрагмой. Ранее вскрывался, о чем говорят вот эти вот отпечатки пальцев на кольце. Итак, осмотр диафрагмы показывает, что диафрагма не заблокирована, следовательно, проблема только в верхней части, в механизме вот в этом. Он частенько ломается, такое с самьянгами уже случалось. И, в общем-то, как правило, разбивает вот винты вот здесь, вот они плохо держатся. В данном случае, судя по состоянию винтов, все затянуто хорошо, и прокруток здесь нет. Ничего не прокручивается. Вот этот винт плоский тоже не прокручивается. Все четко. Следовательно, крепления сами вот этой части, скорее всего, раздолбались. То есть винты прокручиваются вот здесь, неплотно сидят. Здесь имеется небольшой изгиб. Это ушко. Сейчас попытаемся собрать и посмотрим. Итак, я только поставил, затянул вот эту часть, и давайте посмотрим, будет ли двигаться. Так, есть, на кольцо воздействие есть. Так оно двигается, а так. И так оно двигается, его тащит как надо. Так, значит, чего у нас получается? Нам необходимо поставить на резьбовой фиксатор обязательно вот эти винты. А в обратной последовательности собрать так, чтобы не раскручивался байонет, ни при каких вибрациях не происходило даже малейшего отхождения вот этой части, потому что там маленький зазор. Я немного подогнул пластину, которая ушла, и, в общем-то, это должно все полностью и разрешить эту проблему. Поехали! Это разгадка. Смотрите, видите, прокручивается винт, не затягивается. Соответственно, байонет слегка отходит, и при вибрации то кольцо может приподпрыгнуть, и, соответственно, выскакивает оно со своего места, и у нас перестает работать диафрагма. Вот и, в общем-то, ключевой момент. А прокручивается этот винт потому, что он отсюда не родной. Это какой-то другой винт. Он похож, но это не он. Давайте поставим другой винт и сразу его поставим на резьбовой фиксатор. Вот и все, жестенько все стало. Здесь тоже все жестко. И здесь все жестко. Управление смотрим. Как видим, диафрагма работает. Так, здесь важно, чтобы шкала была на своем месте. Шкала на месте. Диафрагма управляется. Вот и все. Сам Янг отремонтирован.